Ну что, дорогие друзья, а мы тем самым двигаемся дальше. И следующая пара у нас в весовой категории до 61 килограмма. Из красного угла встречайте боец Узбекистана Шокбос Эсэна! Амага, салому алейкум, меня зовут Мейсану Шахбоз, Самарканд Вулой, Тургут Туман, Саратубак Шлоудан. Я Санкт-Петербург Шахрага, Шлайд Махсас Такиганедан. Я Русам Рахмонт, Инстаграм Сахабас, Бушир Ларджанг, Куру Полну, Вагунга Хризаза Шамуйванаб. Тренировка Галдам, Вагунга Хризаза Шамуйванаб. Икинч турнир Дав Болганедан, 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 Икинч Азу Буса, иншаллах, ютишкарга тиламиз. Санкт-Петербург шахридан дадам, акам, амакам, тоғларим шу ерга. Улар менга иш вақтларини бекор пайтим турновка қилиб дадам залга қўйиб келиб, турновка қилдиради. Дадам ўзи ҳам қизиқади, ёшликдан турновка қилган. Мен ўзим 2016-2015 йилларда тайквондо витиб билан турновка қилганман. Энди насиб бўлса иншаллах, бу ердан ҳам чиқиб катта-катта ютуқларга эришиб Нанам катасига чиқмоқчиман. Соперникм ҳам яхши боец, уни кўрдик, гаплашдик. Санкт-Петербург шаҳрида Чернышевский метронун олдига ўзим шавермахонада, шавермахолада ишлайман. Шавермахонада бўлиб ва иш вақти ишда, ишдан бўш вақтларимда тренировка қилиб тураман ҳар замон. Кунда Максим Кулдош, создан был адрес, Юрга Тронка Халаман, что мы живем с Ларом. Ахши, мы были на Тайланде. Когда была сочра, любой был Харагат Халамас, Сапенинг Гемо Маталима. Абдугана, нас был Сони Шоллох, Актагон Дичигач Шоп, Брашамас, Сузгу Маталима, Дича, Кина Ласиза. Меніңше, залда күшілтін оқы болып тозық, болып бұлан. Иншаллах, яқшы үшір ойлы болып өткәш қалаға қаракатты біраміз. Амаға рахмат құлап құлап тұған үшін. Қызыл бүрчәкте Исанов Шахбоз, Өзбекистан, Самарқан, 20 ёш, 61 килограмм. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас нас ждет первая международная схватка. В этом отборочном этапе первым в клетку выйдет Шахбоз Исанов. Боец из Узбекистана, город Самарканд. 20 лет ему, 61 килограмм рост, 170 сантиметров вес. И как заметил Рустам Рахмонов, мы ищем таланты. Может быть, именно вы будете готовы выйти в клетку на четвертом отборочном этапе. Вся необходимая информация будет под этим видео в описании. Дерзайте, проходите отбор, выходите на нашу арену и на деле доказывайте свой уровень, свой класс и свои притязания. Может быть, именно вы станете чемпионом львиной битвы и будете дальше выступать в профессиональном ММА. А с седьмого угла приглашается его соперник, представляющий Таджикистан. Встречайте, Абдугани Хайдаров! Көк бүрчәкте Хайдаров Абдугали, Таджикистаннан. Конегудомнан 25 ёш, 61 килограмм. Салам алейкум. Меня зовут Абдугани. Мен Таджикистандан боламан. Яшим 25. 1995 жил. 11 март Хабадион, Янги Чоскаста тулган. Спортга яшлигимдан кызыкканман, лекин оилавий шароитим бўлмагани учун эч қандай жойга турнировка ё бошқа нима қилмаган. Ўзимча ўзим турнировка қилганман. 2013 йил Россияга келганман. Стройкада ишлаб юрибман. Шу ҳозир ҳам шу стройка ишлаб юрибмиз. Бўш вақтларимизда Что стройкадан кеп, сюда кем-кем тренировка тұрамыз, аж бегайкадан. Мой следующий ученик Абдугани, вот, этот парень недавно, третий месяц только занимается, ранее тоже там, ну,
можно сказать, самоучка, да, там особо каким-то спортом не занимался, никаких спортивных достижений, насколько я знаю, нету. Но парень упертый, прям говорит, что нет, я хочу выступить, рвется прям на бой, хочет выделиться, как говорится, там среди своих друзей, среди знакомых, ну, то есть показать себя, что он достоин быть там в этом турнире и может себя проявить. Ну, инициативу хочет, как говорится, там показать. Посмотрим, что получится. Из всех моих учеников он самый такой, можно сказать, зелененький, но соперник у него примерно такой же. Тут победит, я думаю, что кто чуть вовыносливей и более сообразительнее будет в бою. Я не могу основные какие-то там его бойцовские качества там выделить, так как, я говорю, там он относительно недавно тренируется. Только-только вот там учимся, там, но у пацана бешеное желание прям проявить себя, выступить. Посмотрим, что из этого получится. Будем надеяться, что благополучно все пройдет и, самое главное, без травм. Но соперником Шахбоза станет боец из Таджикистана, города Кубадийон. Хайдаров Абдугани, 25 лет, 61 кг, 165 см рост. Первая международная схватка сегодняшнего отборочного этапа, дорогие друзья. Также хочу вам сказать, дорогие друзья, что Рустам Рахмонов, помимо того, что проводит в Петербурге эти соревнования, он еще и в скором времени откроет большой, мощный тренировочный зал, в котором будет также воспитывать талантливых бойцов. Такая своеобразная будет академия для бойцов львиной битвы. Ну что, дорогие друзья, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла, он из города Самарканд, Узбекистан. Его возраст 20 лет, рост 170 сантиметров. Приветствуйте, Шахбоз Эсана! А слева от меня боец из синего угла, он из города Кубадийон, Таджикистан. Возраст 25 лет, рост 165 сантиметров. Приветствуйте, Абдугани Хайдара! Итак, рефери в октагоне Владимир Балар. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову допускается работать только в стойку. За сетку, перчатки, шорты не хватает. В партере работаем 30 секунд. Покажите красивый бой. Углам. Омар Бога. И сейчас начнется у нас поединок Шахбоз Эсанов из Узбекистана против Абдугани Хайдарова из Таджикистана. Начинается поединок. Шахбоз занимает центр арены. Наносит лоу. Абдугани отвечает хайкиком. Пока что все по защите. Пытался сейчас выцелить прямым Абдугани. Начинается обмен одиночными ударами. Мощный, хороший прямой проходит от Хайдарова. И Эсанов наносит мощнейший удар, обрушив своего оппонента, пытается его добить. И все, дорогие друзья, Владимир Балала вмешивается в схватку. Один мощный удар решил весь ход этого поединка на первых же минутах. Он Абдугани Хайдаров. Ну что ж, бой есть бой. Пропустил удар. Итак, в этом бою нокаутом победу одерживает боец из красного угла Шахбоз Эсанов.
финалиста. Поздравляем Шахбоза Исанова с победой. Абдугани Хайдарову нужно делать выводы. Ты как себя чувствуешь, нормально? Слушай, ну ты молодец, поделись своими впечатлениями, передай привет, скажи, чего не хватило. Салам алейкум, мамага. Аллахум бар бига кага рахмат катта. Меня тренировка кам болда, шуна шуна я улыбки болеман. Рустам Рахман, сиген катта рахмат. Хамага рахмат, киган нарга. Зошлей ухал. Yutkuzgandan keyin yutug'an bo'ladi. Hamma sog' bo'ldinda. Shahboz, uveringni. Normalni bo'y bo'ldi. Sapernik haqida nima deya olasiz? Sapernigim yoshi katta mendan, hurmat qilamiz. Agamiz normal turnovkasi bor endi. Bu bo'yda zo'r yutadi, turnovkasi kamroq yutadi. Shu munosabatdan birinchi o'rinda ustozim Maksim aka. И главное, дадам он, дадам бузы пушкады, да? Акам, дадам, шеда, собитого, обитого. Хама дальше, да, кызгады, аркун, джиан, ханда, ноги, зорумы, да? Хуллас, хама тайнат галага, каттакон рахмат. Сызгиям, шу, бойлар таштатыган юзучун. Сызгиям, атиян, ядзамизге етіп. Насы буса, толка, вперед, булад. Дальше больше? Дальше кетамыз? Дальше кетамыз, наш. Я бы его манзу берсен. Ну что ж, ждем следующего турнира.